Готовим морковные кексы с клюквой. Берем апельсиновый сок, добавляем апельсиновую цедру, 2 чайные ложки растительного масла. Дальше кладем муку пшеничную, овсяную муку, разрыхлитель. Далее добавляем морковь, натертую на мелкой терке. Хорошо перемешиваем. Кладем сушеную клюкву. Далее выкладываем готовое тесто в форму для кексов. И выпекаем 45 минут. Кексы готовы. Всем приятного аппетита! С вами была Дания.